Ну что, у нас сегодня наш клуб попал в программу «Меня и Женьку». Ну, будет сниматься участники программы, которые поменялись своими женщинами. Вы кого-то знаете из них? Чисто так знаю, что она ведет программу, и знаю, что она участвует в программе «Меня и Женьку». А что вы про это вообще знаете, про этот проект? Про этот, ну, пару раз видела по телевидению, а что у нас, кабина самолета, как это происходит все. Меняются на какое-то определенное время. Сегодня в нашем клубе происходит очень интересное событие. Значит, жители нашего города, постоянные гости нашего клуба, подали заявку на участие на канале 1+1 в шоу «Меня и Женьку». Ну, поклонники этого шоу знают, что там речь идет о том, что на неделю одна жена, берутся две семьи из разных городов, либо даже из разных стран. Вот. И так как наши мариупольские ребята, постоянные гости нашего клуба, по сюжету шоу парень должен девушку эту, которая к нему приехала в гости, обязательно повезти куда-то на отдых. Либо в ресторан, либо в кафе, либо на дискотеку. Ну, ребята сами приняли решение о том, что это будет наш клуб. Попросили у нас, скажем так, разрешение на съемку этой программы. Естественно, мы согласились, потому что это интересно, необычно. Вот сейчас мы их ожидаем, они должны скоро подъехать, они будут ужинать, потом будут отдыхать, танцевать, все это будет снимать съемочная группа телеканала 1+1, ну и мы с нетерпением будем ожидать, когда эта съемка будет в эфире, чтобы посмотреть эту передачу. Вы знаете, к сожалению, я не знаю, кто такая Ольга Пронина, но я искренне за нее рада. Она поехала, потому что ее снимают в проекте «Меня и Женьку», и сейчас здесь будет съемка. Я искренне завидую этой девушке. Я бы тоже хотела поучаствовать, наверное, в этой съемке, да, правильно? Это проект. Да, в этом проекте в роли одной из главных героинь. Осталось найти героя. Меняем Женьку? Так мы тоже можем поменять. Но я свою Женьку никому не отдам. Да. Да. Она же именинница. Лепит. Мы уже полетали. Не-не-не-не-не-не, друг, вот туда, вот туда, вот туда. Давай.